Что такое? Затопили соседи. Что, соседи затопили? Да, затопили, вон течет. Подожди. Что эти соседи, что, у нас стоят, что ли? В коридоре они стоят? Да. А что такое? Подожди, я, походу, соседи затопили. А что там происходит? Я не знаю, я воду, когда хотел купаться, забыл выключить. Как ты узнал, что ты затопил? Они ко мне пришли, короче. Ты сэтну, придурок. Короче, давай вот там смотреть и снимать, нахуй. Какой у тебя ник на ютубе? Иван. Три. Начали, как МС Бор говорит. Короче, раз. Два. Ну, я же начал уже давно. Да ты долбоёб, да, Вот он звонит. Сейчас. Нет, блять. Это я, короче, тебе писал. У меня канал на ютубе, я Грифер Шоу снимаю. Зайди, зацени, я тебе сейчас скину ссылку. Это ты, да, писал? Снимать со мной вместе хотел. Да, я хотел с тобой снимать. Так, у тебя канал, говоришь, есть, да? Сколько там подписчиков? Это ты, да? Да там, блядь. Стой, да хуя. Стой, прыгни. Вот я, блядь. Ну вот, да, это же я, вот я тебе говорил. Мой ник. Вот, вот тут, на, ебись. Дима 7373, да, блядь? Нет. Ну ты говоришь канал, сколько там подписчиков, говоришь? Да да хуя. Да миллион двадцать. Ты, ну, ты мне, говоришь, ссылку скинул, что ли? Да, зайди, 1 020 000 подписчиков. Я зайду, да. Сколько? 1 020 000? Да, потом зайди, давай сейчас играть. А что ты снимаешь-то? Давай. Ну, Грифер Шоу я снимаю, я учу гриферить людей. Там, учу гриферить правильно, чтобы без спать. И все, что ли? Короче, гриф, да. А что ты еще снимаешь? Это что, все? Да, я не долбоёб же какой-то, чтобы Pokemon Go снимать. Не, я думал, может, ты просто популярный майнкрафтер там какой-нибудь. Сколько ну да, давай я на ком сейчас тпшнулся, короче. Давай какашку ко мне отправляй, Кал. Калулы пиши, короче. А я ты куда сейчас тпшнулся? Я же вот рядом с тобой был. Так я домой к себе тпшнулся, ты не понимаешь ничего. А, ну давай. Сейчас, а давай. Чё ты туда? Нихера себе. А ты... Вот, стой. Короче. Антигриф? А чё у тебя? Ты привилегированный, что ли, не пойму? Что-то я только сейчас... Да, тут вообще заебца привилегии, мне вообще, блядь, всё нравится в этих привилегиях. Ты типа купил или что? Да, я с создателем сервера дружу, понимаешь? Он мой братан. Бро, он мой. А-а-а. Создателем сервера дружу? Да. Нафиг тебе привилегии? Ну, короче, ну надо, блядь, какая разница? Я ему хостинг первый месяц оплачивал, понимаешь? А чё ты можешь вообще? Ну ты купил, блядь, с какой целью вообще? Или ой, ну поимел ты её, не знаю. Нафиг она тебе нужна? Ты же Грифер Шоу снимаешь. Ну похуй, блядь, тебя чё ебёт? Давай просто нахуй снимать антигриф. И всё, блядь. Очень Грифер Шоу, давай. Короче, я тебя тоже буду учить гриферить. Давай, будем вместе нахуй Подожди. Снимать. А ты чё меня убил? Ты зачем меня ударил-то? Будем. Ты не бей меня, дурак. У меня какие-то бонус. И типа, кстати, стой. Мне не жалко никогда ничего, на. Вот, это один алмаз, железо и... Ой, охуеть, я понял. На, ну короче, вот, давай вот туда вот смотреть и снимать, нахуй. Вот туда вот смотреть и снимать. Какой у тебя ник на ютубе? Скажи, чтобы я понял. Мой ник на ютубе? Так я да. Не ютубер же, я просто же человек. А как тебя называть в видео? А, называй Иван. А у тебя же сверху над башкой Дима написано. Да какая разница, называй Иван. Да, вместе. Раз, два, три, начали, как МС Пор говорит. Короче, раз, два, три. Я же начал уже давно. Да ты долбоёб, блядь! Да подожди, дурак, ты меня убьёт сейчас. Стой, ну давай, всё, ну давай, я всё, готов. Давай, снимай ко мне нахуй. Ну. Раз, два, три, начали. Всем здорово, блядь, ребят. А мой ник, блядь, я играю на охуеннейшем сервере с моим другом Васей. Здорово, Вася. Привет, я же Иван. Блять, какая разница? Мы сейчас будем проводить уроки по гриферству. Смотрите, вот я играю на охуенном сервере. Вот, я сейчас на спаун тпшнулся. Вот, антигриф есть, вот. Вообще охуеннейший. Донат 500 рублей всего лишь стоит. Вообще дешево. Вот прям, ну вообще, это охуенно. Да, вот, видите, тут основатель, 400 рублей навсегда. Ваня, всем привет, ребят. Я тоже тут есть. Ты...
А ты дурак, блядь. Да ты сказать-то мне не даёшь. IP, блядь, может и нахуй забанить даже. Это вообще заебца. Инвентарь вот может... Короче, оператор вот... Ну да хуя чего можете, короче. Вот, паркурчик есть, ну ладно, похуй. Короче, смотри, чувак. Мы сейчас будем... Ой, блядь. Ты где? Мы будем антигриферить. Че, ну нахуй этот антигрифер, короче. Вы будете паркурмастером. Будете паркурмастером, тогда вы сможете от погони убежать. Стой, так ты... Понятно? Ты ж хотел... Что-то домой антигриферить. Уже. Ну, блядь. А, вот, короче, вот паркур, вот да, этот проходит. Ну, да. Ой, блядь, сука. Ой, я не подыхал. Так ты же ГМ, так нечестно. Ты если снимаешь видео, ты давай. Я без ГМа, нахуй. Я без ГМа. У меня, вот, блядь, я даже пожрать, смотри, нахуй могу. Короче, блядь, вот, тут охуеннейший паркур есть. Создатель сервака, мой братан, его сюда добавил. Вот. Ай, блин. Короче, давай на хом-то пошимся. Типа, ты прошел паркур? Да, я прошел его. Нихера, я что-то на улицу не уходил, слышь? Вот тут. Чё? А что у тебя такое? Откуда у тебя дом такой? А, ты же антигрифер. Ты же привилегия. Идем сюда. Ты вот сюда вот встаешь. Ну, сюда вот встаешь. Я же смотрел там уже. И наблюдаем за активностью сервера. Все, пока. Все, вот нет твоих вещей. Все, пока. До свидания, парень. Ребят, мы загрифили очередную жертву нашего шоу. Вот так вот. Подожди, дурак. Заходите тут вообще, че? Придурок, у меня остался. Чё? У меня остался бонус. У меня ничего не пропало, у меня же бонус был. А ты нахрена убил ты меня, дурак? Я же с тобой, наоборот, снимаю. А, извиняй. Я перепутал просто. Просто у вас ники похожие, там дыма 737, понимаешь? Ты грифер, короче, я как понимаю. Да. Да погоди ты. Да чё эти отсмотки не выпадают? Ты чё, дурак, может, что ли? Может, мне бонус, давайте их просто так дам. Ты убиваешь меня зачем? Ты проси меня их. Мы же друзья. Да, давай мне все свои вещи, короче. Сейчас, все вещи свои. Так. Короче, перечисляй мне 2 ляма на счет. 2 ляма? Так у меня всего 2. Так, ну перечисли мне, ты со мной жить будешь, ты тут намного больше заработаешь, ты понимаешь? А нафига тебе 2 ляма, у тебя же есть деньги. Ну ты намного больше заработаешь, понимаешь, это взнос. Если ты будешь вносить деньги, то тогда ты будешь получать 2 раза больше. Короче, ты типа ты чё, блин, чё за херня? Дурак, слушай, что ли? Слушай, что у тебя с домом? Ты больной? Ты нахрена свой дом стёр? Блин, я чё-то занервничал. Подожди-ка, я сейчас... Подожди, у меня злагало, что ли? Ты куда? Ты куда? Я воды глотну, подожди. А куда ты... Да ладно. Я воды глотнуть, баран. Да давай, я понял, что воды глотну. Воды как-то мало стало, чё за фигня? Воды мало стало, ну купи и сходи. Ладно, потом схожу. Чё с домом, я не могу пройти. Да я не знаю, у меня лагает что ли, чё, я не пойму. Один антигриф какой-то Леон32, у него белый ник помечен. Чё за фигня? Я не знаю. Чё, может лаги? Это не лаги, это Леон32, я ему напишу. А, Леон32? А где? А, да, Леон32, а как ты понял, что это он? Видишь, он помечен белым. Он не как все игроки, я ему напишу. Тут все белые. Ты, ну... Нет, они все желтые. Зови его к себе. А, ТП его к себе давай. Чего он выпендривается? Да. Это он виноват же. Да, это он виноват. Давай его ТП-шим сюда. Давай ТП-ш его сюда. Опа. Ты даун. Вот. Ты сэтнул, придурак. Да, это наверняка он виноват. Да, это он виноват, смотри. Да, смотри, он даже смеется над тобой, смотри. Ха-ха-ха пишет. Так это он все слетает. Я жал. Видишь, он с топором, вот он все сделал. Жалобу подам. Это он, верни, это он. Верни, а я не знаю, он тебе вернет. Нет, проси у него, пиши, что жалобу подам. Я жалобу. Подам. Мой друг создал сервак. Да, он тебя обманывает. Напиши. Он куда ушел? Он, мудак. Он исчез вообще, все. Он обманул тебя, сетнул твой дом и исчез, понимаешь? Он отключил телепортацию, все, он ушел куда-то. Что за фигня? Я не знаю, правда.
понятно. Если будешь жалобу писать, зайди пока на мой канал, зацени, подпишись. Надо зайти, да. Нормальный такой канал, одно видео, я его чуть-чуть посмотрел, буквально пару секунд, и понял, что это он. Веселый парень. Ну, вот реально канал есть, он реально его скинул, подписчиков здесь реально миллион, да. Канал, ну твой, ну там одно видео вообще, что-то. Ну, твой канал. Ну, четко, согласись. Ну, четко, да, классное, крутое видео, на самом деле. Мне понравилось. Я тоже не знаю. Что такое? Затопили соседи. Что, соседи затопили? Да, затопили, вон течет. Подожди. А что эти соседи, что, у нас стоят, что ли? В коридоре они стоят? Да. А что такое? Подожди, я, походу, соседи затопили. А что там происходит? Я не знаю, я воду, когда хотел купаться, забыл выключить. Подожди, ты залил все, что ли? Да, я у соседей нижних все залил. Я на пятом этаже живу. И что там, они... А как ты узнал, что ты их залил? Они ко мне пришли, короче. Ладно, давай, пока, я не могу сейчас... Погоди, ну как? Ты залил реально, что ли? Да, я залил соседей. Пока я сейчас не могу говорить. А это кто приходил? Это кто приходил? Сейчас. Это сестра моя. Она сказала, короче, что там соседи стоят, короче, что я их затопил. Короче, давай, пока я сейчас не могу говорить. Я случайно затопил. Давай, давай. Пока. Пока. Ну что ж, всем пока.